Всем привет! 24 декабря 2023 года. Я нахожусь на площади Ленина. Драмтеатр имени Тургенева. Тема этого ролика – цены на напитки и закуски на площади Ленина. Давайте пройдемся, посмотрим, что, так сказать, почем. А также сувенирные ларьки. Медовые свечи. Я думаю, потому что сделаны из воска пчелиного. Сувенирная продукция. Банты, заколки, игрушки. Драконы. Мягкие игрушки. Оловянные солдатики. Здравствуйте, Андрей Левин. Он их изготавливает с необычайным мастерством. Очень красивые изделия. Оловянные солдатики раскрашиваются они. Забыл, краска какая у вас? Акриловая. Акриловая краска. Очень красивые у вас солдатики. Прям выставлены замечательно. Широкий выбор. Широкий выбор, да. Мастер Андрей Левин. Кроме того, вот такие сувениры, бижутерия, стеклянные изделия. Дерево у нас, изделия ручной работы. Смотрите, такие драконы. Дракон огонь. Дракончики. Ручная работа, лазерная резка, делаю сама. Ручная работа, лазерная резка. Ольга Рафаиловна Кравцова, да? Да, все. Большое спасибо. Домик деревянный. Летучий корабль. Летучий корабль. Андрей номер Левин. 19. Угу, спасибо. Приходите за сувенирами в этот замечательный павильон. Беспроигрышная лотерея. Еще сувениры. Мандарины красивые. Вот такое чудо. Тарелочки. Красивая продукция какая. Расписная. Шары, бижутерия. Баба-яга. Лопач там. Красавец. Кожаные изделия. Вязаные изделия. Куки. Дракончики. Вообще много сувениров. Давайте, наверное, посмотрим насчет закусок и напитков. Еще раз бросим взгляд на елку, она прекрасна. Улица Ленина украшена необычайно красиво. Шашлык на углях. Цены на шашлык. Красиво подсвечена городская администрация. Драмтеатр Тургенева. Готовится свежее мясо. Розовое, сочное. Еще вот такой павильончик с
ценные. Пельмени, блины, кукуруза, глинтвейн. 100 рублей безалкогольный. Чай 40. Тут же можно перекусить, есть столы. Еще есть такое предложение по напиткам. Не надо. Вот такое. Блины. 199, 159. Гостиница «Салют». Кофейные напитки. Ну и все, наверное. Вот еще пару точек есть. Глинтвейн алкогольный, безалкогольный. В общем, есть выбор. Выбор есть, и это хорошо. Спасибо вам за просмотр. Подпишитесь на канал «Из Орла» в Яндекс.Дзен, в Рутубе, в Ютубе, в Одноклассниках, ВКонтакте. До новых встреч!